Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, друзья, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Вчера я зашла в проект AD Tokens. Это e-books, это и рекламная площадка, где мы можем рекламить свои проекты. И есть возможность зарабатывать без вложений на просмотре рекламных ссылок. Я вчера показывала, как просматривать рекламные ссылочки. Сегодня я на этом зацикливаться как бы не буду. Сделаю акцент, хочу закинуть сюда рекламку. Значит, ну, здесь нам предлагают бонус. Нажимаю «Получите ваши дополнительные токены сейчас». Ну, закину я сюда $1 и 100 посетителей. Плюс мне дадут 2400 жетонов. Так. И так как у них там акция, 2500 должно быть. Ну, плюс у меня еще 116 монет. Тут 100 жетонов дается в подарок. Так. И 100 жетонов, ну и естественно жетоны еще плюс даются за просмотр ссылок. Нам даются как бы жетоны. Нажимаю BioNov. Значит, сюда название компании, сюда реферальная ссылочка. Здесь описывается, что нельзя рекламить. Так, я тут немножечко подготовила. Сейчас я ссылочку я сократила на всякий случай. Не знаю, получится у меня, пройдет моя ссылка. Так. И ссылочку сейчас скопирую. Копировать. Так, кадровый текст. Ошибка. Этот уровень недействителен. Я попробую вот эту буковку S, если убрать. Недействительно. Да что ты будешь делать? Сейчас я поставлю на паузу. Значит, вот сюда сначала мы вставляем реферальную ссылку, а потом уже название. Значит, вставляю ссылочку реферальную. Теперь я копирую название. Так. Я не сокращала. Сюда вставляю название. Теперь уже нажимаю сюда на серую вкладочку. Меня перебрасывает на страничку. Вот моя рекламка. Загружается. Как бы это мы проверяем, как она будет отображаться. Так. Теперь мы можем либо удалить, либо согласиться. Сейчас хочу проверить. Так, все, моя реклама. Я соглашаюсь. И что нам здесь теперь уже предлагают? Значит, переводим. Значит, выберите рекламный пакет, чтобы купить. Один пакет я буду брать. Это доставит 100 на 5, по 5 секунд посещений. 2004 токена будет добавлено в ваш аккаунт. Так, 1 на $1 рекламных пакетов. Так, общая стоимость $1. И выбираем платежные реквизиты. Можно с майн баланса. У меня еще нету на моем балансе ничего. Pair, Perfect и Coin Payment здесь. Я выбираю Pair. Значит, сюда ставлю галочку, что я полностью осознаю. Ставлю я, друзья, опять оригинал. И опять нажимаю на серую вкладочку. Меня должно перебросить на платежную систему. Так, что у меня? Инвалид. Опять не так. Вот видите, все делаю. Время посещения рекламы недействительно. Так, что-то я создать кнопку оплаты. Так, а, код купона. Так, сейчас я, подождите, запуталась. Поставлю на паузу, возьму код купона. Так, сюда вставляю код купона. Ставлю опять оригинал. Так. Теперь уже на серую вкладочку. Опять что-то у меня не так. Да что ты будешь делать?
Так, сюда поставила 5 секунд. Ну, не знаю, наверное, должно пройти. Так. Один пейнов проходит. И перебрасывает на платежную систему. Ну, наконец-таки. Вот. Так, теперь что? Подтверждаю. Меня перебрасывает на платежку. Сейчас я все оплачу и продолжу видео. Так. Все у меня, что здесь написали, переводим опять. Платеж был успешно зарегистрирован. Так. Просмотреть транзакцию, вернуться в дашборд. Давайте вернемся. Теперь что? И у меня 2000 стало. 616. Теперь вот токенов. Моя рекламка в работе. Так. Это очень хорошо. Значит, теперь у меня здесь, видите, вот это исчезло. Теперь будем сюда ставить рекламку. Значит, опять я иду в Google переводчик сюда. Так, это мне уже не надо. И так, хочу вот эту, мне надо скопировать. Разместить рекламку. Так, копирую. Так, возвращаюсь. И вот сюда ставлю пост. Здесь можно так выбрать фон, какой мы хотим. Например, такой. Далее я иду опять. Возвращаюсь. Теперь уже просто копирую реферальную ссылочку надо. Так. Так. Как бы это все убрать? Что-то убираю. Сюда реферальную ссылочку вставляю. Ставить. Здесь я выбираю, что мне надо. Сколько токенов я могу поставить. Так. Вот этот. 250 токенов. Так, что мне здесь пишут? Так, мне 30 дней, 250 токенов. Но здесь, видите, премиум предлагают. Ваша карта будет отображаться на приборной панели. И вообще-то в общедоступной зоне. Опубликовать сейчас. Все, успех. Карта была создана. И другие пользователи будут как бы тоже видеть, как я их рекламку, так они будут видеть мою рекламку. Так, далее, друзья, показать оригинал. Что у нас еще здесь? Актив. Вот на зеленую вкладочку нажимаю. Здесь что? Здесь нам предлагают сделать всякие апгрейды. Я это не делаю. Как бы. Вот мой доллар. Так. Далее, что еще здесь у меня? Нажимаем, подождите, вот сюда. Хотела вам показать. И здесь нужно прописать платежные реквизиты. Значит, я сюда прописала Payeer, прописала биткоин адрес. Значит, сюда на вкладочку нажимаете ADD аккаунт. Я потом Perfect тоже пропишу. И сюда вводите номер кошелька. Повторяете номер кошелька и нажимаете Сава. У меня сейчас при мне нету. Так, с этим понятно. Что еще здесь вам хотела показать? В принципе, все такое. Профиль, сеттинг, аккаунт, Total Logs. Так, ну, в принципе, как бы и все. Здесь у нас просмотр рекламок. Так, я вчера показывала, я уже не буду их очень, как бы, не затягивать видео, и так затянулось. Далее, claim бонус, это в разработке еще. Так, здесь партнеры, у меня 10 партнеров. Здесь маркетинг tools, здесь посмотреть своих партнеров. Маркетинг Tools находится в промо-баннеры. Потом ну, еще всплывающие окна, как бы это все. Далее вот здесь мой компания.
Вот ПТС АДС 1 у меня, да? Давайте переведем и посмотрим. Вот моя активная компания. У меня одна активная компания. Потом, возможно, еще будут как бы загружать. И мои открытки тоже одна. Вот здесь длинный баннер. Ну, всякие разные тут рекламки. Это уже по выбору. Кому что подойдет, уже сами смотрите. Ну, друзья, я показала, как ставить рекламу методом проб и ошибок. Значит, сначала ставим реферальную ссылочку, а потом уже ставим название проекта. Вот, чтобы прошло. Ну, на этом все, друзья. Без вложений, как я сказала, на просмотре рекламок можно зарабатывать. Это мой баланс. Вот у меня вот такая вот сумма. Ну и, естественно, буду продолжать как бы также рекламить свои проекты. Теперь уже у меня есть токены вот эти. Плюс я просмотрю рекламку. И прибавится токенов. Как бы можно рекламить свои проекты. И без вложений также сюда токены прибавляются. Наберете нужное количество токенов. Это минималка 200, сколько? 250 токенов без вложений. Вот как я сегодня ставила. Можно рекламить свои проекты на домашней страничке, как я вот вам показала. Вот здесь будут отображаться у других пользователей. Мы сами не видим свою рекламку, а другие пользователи будут как бы видеть нашу рекламу. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить этот проект, естественно, до новых встреч.